Спроба прорыва россиян біля села Старица завершилась полным разгромом колонны. И как вас понимать? В очі кидається те, що в прориві використовуються танки Т-62. Це саме ті танки, які випускались в радянському союзі ще в 60-70-ті роки минулого століття. А також саме про ці танки в 22-му році говорили, що їх будуть використовувати як Ерзас-артилерію, закопуючи в землю як стаціонарну вогневу точку. Але зараз відзначається цікава тенденція: старі радянські танки здебільшого концентрують на півдні та півночі. А більш нова номенклатура вирушає переважно на Донецький плацдарм. Тобто, очевидним є дефіцит у пропорційному забезпеченні бронетехнікою усіх груп військ. Загалом для епічної битви за Харків готували танки, єдиною перевагою яких є їхній протимінний захист. Але їх і тут перемелюють. Опридільно нужно вводити нову рубрику на каналі. Назвати її нужна приблизно так. или а, «Киев за три дня», а лучше, наверное, это будет актуальнее и точнее, рубрика будет называться «Новости санитарной зоны». И каждый российский гражданин сейчас задается вопросом, ну что, все, как говорил Владимир Путин, значит, санитарная зона будет на границе, но далее распространяться вглубь Украины. И вот здесь вот маленькая ошибочка санитарная зона будет но нюанс в том что с большой вероятностью она будет на российской территории и этот процесс создания этой зоны уже начался значит сегодня за волчанск там на в некоторых улицах пока находятся временно живые российские солдаты, но за Волчанск и, соответственно, за а, границу Российской Федерации уже полетели Хаймарсы. Они м -м, делают свою тяжелую работу. И пока они Хаймарсы летят, мы напоминаем нашим агрессивным соседям дистанцию полета этой ракеты. Ну, то есть наша база наших МЛРС, соответственно, 80 километров. Вот на эту дистанцию можно и планировать санитарную зону на российской территории. Все, что 80 километров в российской федерации, оно в зоне поражения уже здесь и сейчас. И, соответственно, планируете, товарищи россияне, жизнь, исходя из этого. А далее, я вам хочу сказать, эта санитарная зона расширится и на 300 километров. Почему? Об этом будем сегодня говорить. Потому что Москва, Путин, Кремль, они переубедят всех. В том числе очень и очень осторожных американцев. Давайте разбираться совсем по порядку. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем, как всегда, вещи своими именами. И да, российским оккупантам смерть на украинской земле. Хотите жить? Не приходите сюда. Все же так просто. Западная сторона заботится об управлении этими истребителями. истребитель это передается, что называется, раз-два и счет закончен, а к ним уже два самолета дальнего реакционного обнаружения и управления. То есть вопросы управления в НАТО всегда стоят вот на, первом, э, на первом плане. И нам это всегда надо иметь в виду. Как наверняка будут использоваться вот эти самолеты в ближайшее время? Скорее всего, они будут использованы в качестве носителей ракет: опять-таки, Таурос, Штормшедоу, Скальп противокорабельных ракет для нанесения ударов по кораблям Черного, от Черноморского флота в портах Кавказа уже, поскольку и дальность позволяет, и радиус боевого применения, и это обстоятельство надо иметь в виду. Безусловно, конечно, над них могут быть теоретически подвешены ядерные боеприпасы, но, на мой взгляд, никто их Украине не передаст, и это вот на данный момент времени это не, пере, не первоочередной вопрос. Как носитель используется, да, и вторая сфера бо боевого применения этих самолетов – это все-таки борьба с нашими самолетами, носителями авиационных бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции. Да, определенно название рубрики «Киев за три дня» здесь не подходит. Да, даже санитарная зона, она такая, знаете, очень... очень э специфическая, потому что отсутствуют четкие границы. Но все как хотел Путин. Границы России нигде не заканчиваются. Но раз они нигде не заканчиваются, они нигде не начинаются. Это я в части того, какую картинку рисует последний адекватный товарищ там на болотах, товарищ полковник Ходаренок. Его в обозримом будущем с большой вероятностью задвинут в эту шухляду. То есть в шкаф, где э, пылятся пенсионеры. Потому что слишком много он апокалиптических прогнозов делает для российского государства. Сейчас, вот, по сообщению западных СМИ, э, возникает вот, вопрос: а куда можно лупить и чем можно? И в некотором роде зрада. Э, зрада. Если это зрада, Давайте разберемся. Заключается в том, что можно лупашить всем, кроме ракет атакам на 300 километров. Почему так? Ну, знаете, были времена, когда у нас и хаймарсов не было. А потом появились и атакамсы. Ну и вообще психология человека, она так устроена, что когда тебе поставляют ракеты по 300 километров а, дальностью поражения, то тебе хочется сжечь военные аэродромы. И с точки зрения войны а, тут вообще никаких вариантов а, и быть не может. Вот что пишет и политика, и СНН, ну скорее всего такой контролированный слив в американской прессе. Значит Украина может вести контрбатарейный огонь, Значит, используя Хаймарсы на всю глубину поражения. То есть 80 километров об этой санитарной зоне мы уже сказали. Перехватывать российские ракеты над территорией РФ в некотором роде, особенно после сегодняшней ночи, это тоже понятно, но это дело будущего. Почему? Это все заработает только тогда, перехват российских ракет когда на российской территории, когда у нас будут самолеты F-16. То есть еще чуть-чуть, возможно, даже этим летом, а лето уже началось, будет выглядеть ситуация таким образом. Значит, с Энгельса Оленье стартуют, российские тут 95%. Тут генералам натовских стран, а я сразу напоминаю, что это носители ядерного оружия, а тут, тут некоторые тянутся к ядерной бомбе. Вы, вы подумайте над тем, чтобы эти самолеты приземлить вот прямо на этом этапе войны польза будет всем. Так вот, как только на российские Ту-95 взлетают, соответственно, дежурная смена, а может быть даже не одна дежурная смена украинских F-16, она уже ждет их, ждет, где они совершат пуски, чтобы эти ракеты сбить над российской территорией. Было бы прекрасно, если бы остатки этих ракет и российских, и американских, простите, украинских, американского происхождения падали не только на Белгород если они там пуски с Каспийского озера делают, то вы понимаете. Что мы можем делать мы еще? Значит, перехватывать российскую авиацию, которая запускает бомбы в направлении украинских территорий. Это на сегодняшний день самая главная проблема. Определенно. Ракеты, и бомбы с этими комплексами планирования. Собственно, об этом и Ходоренно говорит. Значит, наносить удары по пунктам сбора российских войск непосредственно у границы с Украиной. То есть, если возле Харькова и возле Сум, тогда можно, можно лупить.